Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала. Я нахожусь возле храма Преображения Господнего, Спас на Берестове. Сегодня 2 февраля 2020 года. Мы находимся с вами возле самого храма. Вот видим таблички, описание. Вот видим памятная доска. Увы, вход в храм закрыт. Вот по такой причине. Не могу вам сказать, что это за точная причина, но походим снаружи. Тут недавно прошла, закончилась, вернее, реконструкция. Очень долго была реконструкция. Видим, красивенько все оформили. Даже вот такие вот фонари подсветки сделаны. А тут тоже остатки фундамента так облагородили. Тут нашли когда-то саркофаг. Вот видим остатки фундамента алтарной части храма. Не могу сказать точно. Что это за храм был? Ну, тут детская площадка. Тут понятно. Вот так выглядит сзади, с алтарной части храма. Видим, тут прошла реконструкция, а за этим храмом руина, какой-то цех или какая-то руина, как обычно. Далеко не надо в Евросоюз ехать. Сделал шаг в Европе, сделал еще один назад, в руину обратился. Не беда. Видим уборщица с такой тачкой, с номерами Евросоюза. У вас такой автомобиль? Автомобиль у вас такой с евро номерами. Но сейчас говорят, будут штрафовать. Это за евро номера такие вот. Не знаю, это у нас одна женщина робить дворником, и там, где все знаете, вона нашла. Прикольно. Хорошего дня вам. Thank you.
как это выглядело церкви в разные периоды, хронологии. Вот что осталось после татаро-монгольского ига. Точно как при Союзе выглядели многие храмы. Вот так вот. Вот что осталось. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. Всем благополучного дня, до новых встреч!